Привет, брутальные лепестки лотоса! С вами Федорович, а сегодня мы немножко поотжимаемся. Я продолжаю свою рубрику «Домашний тигр», хоть она и не очень вам зашла, но думаю, постепенно мы подтянем все больше бойцов в свои ряды, которые отставят в сторону пельмешки и приставят себе молочко с кефирчиком и творогом. В общем, сегодня у нас бомбовый комплекс, который рассчитан на 11 упражнений. 10 мы будем делать чисто отжимания темповые, то есть все упражнения это только отжимания, но разными способами, которые помогут нам проработать все тело. Грудь, руки, спина, плечи, все это будет прорабатываться в наших отжиманиях. А последние такой пиковые отжимания очень вам понравится, я думаю, больше будет статическое. Итак, суть нашего комплекса. 30 секунд работаем, 30 отдыхаем. Все будет на экране. Твоя задача просто включить видео и вместе со мной все это делать. Я тоже буду делать этот комплекс, это очень тяжело. Не все упражнения, конечно, я буду доделывать до конца, но надеюсь, у тебя это получится. Ведь ты же скрытый настоящий тигр, не то что я как бы просто так показываю, что показываю. Поэтому начинаем. 30 секунд работы в режиме одно отжимание делаем около 3 секунд. Таким образом, за 30 секунд одного вида отжиманий у тебя должно получиться 10 раз. И таким образом у нас будет 10 подходов по 10 отжиманий, то есть 100 раз ты должен отжаться, это в идеале. Ну что, поехали! Сейчас мы будем делать диамантовые отжимания. Что это такое? Ставим ручки вместе. Большой палец и указательный касаются друг друга. Остальная ладошка полностью стоит на полу. Это довольно тяжелое отжимание. Но попробуем. 10 раз. Наша задача 10 раз за 30 секунд. Не газуй. Хорошо. Сейчас будут довольно интересные отжимания, называются круговые. Мы ставим ручки чуть шире плеч, опускаемся на одну руку и, делая круг, выходим на вторую. Сейчас работаем только по часовой стрелке, то есть только в одну сторону, по часовой стрелке. Хорошо. Сейчас делаем то же, только в другую сторону. Уже начинают потеть руки, не знаю, как у вас, но мне уже становится скользковато. Нужно брать полотенце. Round 4.
Все. Сейчас поделаем отжимания горой, так называемые. То есть, когда у нас таз сверху, голова внизу, и наша задача головой дотронуться до пола. То есть, это такое подготовительное отжимание для отжиманий на руках. Очень хорошо забивает плечи. Очень хорошо. Сейчас поделаем параллельное отжимание. То есть просто у нас ручки параллельно и локти пускаем максимально близко вдоль туловища. Хорошо. Работа на трицепс. Ну что, слонозавры, потеете или доедаете пятый пельмень? Старайтесь делать, а не просто с пивасом смотреть, как я умираю и корчусь перед вами. Не каждый лепесток сирени сможет стать персиком. Сейчас делаем кошачьи отжимания. Хорошо. Тяжело. Все горит. Сейчас поотжимаемся широко на грудные мышцы. Руки штангу широко, шире плеч. И локоточки отводим в сторону, как жим штанги делаем. Трицепс горит, руки скользкие, разъезжаются. И сейчас почередуем. Делаем одно отжимание, ручки широко, точно так же, как делали только что. А второе ставим ручки параллельно и делаем локти под себя. Раз так, перешагиваем.
Вы тоже хэкаете? Не? Просто пьете спокойно пивасик, да? Здорово! Я бы тоже так хотел. Сейчас так и сделаю после комплекса. Сейчас работаем взрывные отжимания. Финальная точка наша. Почти. Выпрыгиваем. Все горит, особенно последний подходик после всех этих отжиманий заставить себя выпрыгнуть. И сейчас последняя, финальная точка. Как бы комплекс мы закончили, но сейчас мы сделаем финальную точку. Мы делаем одно отжимание. На. Считаете себе в голове. До 15 опускаемся и на 15 поднимаемся. То есть статика. Вместе со мной. Ничего не надо считать. После пива голова у вас уже не варит, точно. Вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 12, 13, 14, 15, обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, раз, 14, 15. Офигеть. Фух. Все бизоны. Теперь вы стали грациозными ланями. Ну что, гориллы, тяжело? Еще как тяжело. Все горит. Грудь, плечи, руки, все горит. Завтра вы будете меня проклинать после этих отжиманий. Но через дня 3-4 вы увидите, что это было не зря. А если вы попробуете поделать этот комплекс хотя бы месяц через день... Я думаю, вы увидите явные изменения в рельефе и качестве вашего тела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и обязательно оставляйте комменты, как вы кряхтели и умирали. Настойчивости в тренировках. Благодарю за просмотр. Лучшие приемы, техника ударов, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео.